Всем привет! Я в очередной раз в Заре. Здесь все больше и больше весенней коллекции появляется, достаточно интересной. Так что давайте вместе смотреть, мерить, думать, рассуждать. И не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, писать комментарии позитивные. Очередной шедевр Зары. Рубашка из эко-кожи бежевого цвета, опять-таки очень мягкая, приятная к телу, стильная, фурнитура подходящая, достаточно длинная, я бы назвала ее платьем-рубашкой, можно под пояс, под ремень. Здесь свет получше. На мне размер М, мне чуть ниже колен. Лайк. Так, первый вариант — это Total кожа. Надела брюки, тоже из эко-кожи. У них низ на резинке, пояс тоже на резинке. Буквально на один тон цвет различается. Для меня это не критично. Вот, и, например, я бы пододела, может, какую-нибудь футболку, водолазку и носила, например, вот эту рубашку как верхнюю одежду. Это первый вариант. Темными грубыми ботинками неплохо. Здесь получается черная пуговица как раз дружит с ботинками. И сейчас, как обычно, нам приходит на помощь что? Правильно, ремень. И вот такой вариант можно еще. Более такой расслабленный. Я уже расстегнула эту рубашку. И в прошлом влоге Зары я вам показывала брючки. Они вот на 100% по тону совпадали бы с этой рубашкой. Их можно сюда, если хочется, например, Total Eco кожа, создать образ. Вот. Поэтому... Вот так. Ну, рубашка, да, мне однозначно очень нравится. Померила вот такую рубашку. На камере она, кстати, более ярко смотрится. На самом деле она такая синяя с белесым оттенком. Очень мне нравится сочетание цветов бежевого и такого синего. 100% хлопок, такая расслабленная. Тоже неплохая, мне понравилась. Если хочется цвета, почему бы и нет? Следующий лот и мой любимый прием – это сочетание различных фактур. Посмотрите, какой свитер. Если честно, он очень милый и в то же время не переходит грань вульгарной милости. Основная часть — это акрил, полиэстер и какая-то дополнительная ткань. Я так и не поняла, какая, состоит из хлопка. Плюс кружево — это полиэстер. Но он смотрится максимально мило и максимально стильно. У него вот такие широкие рукава, кружево. Если его комбинировать как раз таки с какими-то брюками из эко-кожи, может, с грубыми джинсами, с широкими какими-то грубыми ботинками, как раз вот этот градус милоты можно понизить, кому хочется, конечно. Вот, на мне размер S. Это самый минимальный размер. Посмотрите, он такой оверсайз. Вот такой он. Я его померила вот с бежевыми брюками. И сейчас вам покажу с брюками из эко-кожи более светлого оттенка. Кстати, у него воротничок стойка. Ну вот, я померила джоггеры уже светлого цвета, такого же плана, с эластичными манжетами.
с поясом на резинке, на высокой талии. И это максимально весенний лук. Напрашивается сюда какая-нибудь куртка оверсайзная, светлых пастельных тонов. Можно пальто какое-нибудь оверсайзное, чтобы уместить такие широкие рукава. И я бы сюда все-таки обувь светленькую подобрала. Хорошие брюки, мягенькие, хорошо смотрятся, недешево. Лайк. Брюки на мне XS. За счет того, что здесь у меня обувь такая с высоким голенищем, они чуть-чуть присбариваются. Помните, я вам показывала в прошлом влоге из Зары брюки на высокой посадке, костюмные, сиреневого цвета. Так вот, такого же плана появились серые, они намного лучше смотрятся. Вот их бы я рекомендовала. На мне размер S. Всем спасибо за просмотр. Скоро увидимся.